друзья, я приветствую вас! С вами первое благотворительное шоу «Дети спорта». Шоу, в котором мы даем шанс каждому талантливому ребенку быть замеченными. С вами Антон Кабанов. Поехали! Сделай первый шаг к победе и поверь в свою мечту. Там, где спортом будут дети, верю я, что все смогу. Мы поднимем руки к небу, вместе мы одна семья, и одержим мы победу, друзья. Только вместе мы можем изменить ход этой игры, чтобы победить. Ничего не бойся, будь смелей, спорт начинается с детей. Спорт начинается с детей. Спорт начинается. Подари свою улыбку, пусть она всегда ведет, и почувствуй свою силу, будет новый поворот. Мы поднимем руки к небу, вместе мы одна семья, и одержим мы победу, друзья. Только вместе мы можем изменить ход этой игры, чтобы победить. Ничего не бойся, будь смелей. Спорт начинается с детей. Спорт начинается с детей. Начинается с детей. Сегодня на новогоднем фестивале детского спорта «Спорт начинается с детей» установка всероссийского рекорда. Наибольшее количество повторений, подтягиваний среди девочек 6 лет. И я хочу, чтобы вы поприветствовали рекордсменка штатного Нюша! Я хочу представить нашего друга, большого друга фонда «Спорт начинается с детей», доктора философских наук, основателя Книги рекордов России, главного редактора Книги рекордов России Станислав Коненко! Антон, спасибо тебе большое, что организовал. Всем, кто принял участие в этом мероприятии, спасибо отдельное. Очень приятно, что столько детей собирается, которые увлекаются спортом. Целое огромное направление фиксации рекордов в России – это направление детских рекордов. И больше всего детских рекордов в категории «спорт». Установлен новый рекорд России, а именно наибольшее количество подтягиваний на перекладине прямым хватом за один подход в России среди девочек 6 лет с результатом 23 повторения. Объявляю рекорд официально зафиксированным. Я думаю, не стоит объяснять, что такое ГТО. Этот проект федеральный, и он по всей нашей стране. Мы не могли пройти мимо и сделали так, чтобы на новогоднем фестивале детского спорта была сдача нормативов ГТО. Выполни ГТО, покажи, на что ты способен, и получи золотой значок ГТО. Кем ты станешь, когда вырастешь? Олимпийской чемпионкой. Олимпийской чемпионкой. Кем станешь, скажи, когда вырастешь? Футболистам тоже? Правильно, они неплохо зарабатывают, да, по-моему? Все хотят. Это родители, наверное, помогают. Али? Я сам хочу. Сам хочешь футболистом стать, да?
Роман Андреев, еще раз аплодисменты. Действует чемпион мира без поражений. И сейчас я хочу пригласить человека, без которого ничего бы этого не было. Народный артист России, кандидат в мастера спорта по боксу. Это человек с большим сердцем. Приглашаю на эту сцену Михаил Евгеньевич Пореченков. Ваши аплодисменты! Чё за лев этот, тигр? Я тучи разведу руками. Михаил Евгеньевич, можно нашим юным бойцам, а что самое главное, ну, чтобы достичь успехов, чтобы они стали олимпийскими чемпионами? Какие-то вот, какой-то рецепт залога успеха, чтобы быть непобедимым, как в вашем фильме «Подобный», например? Должна быть вера. Нужно почитать своих родителей, любить свою родину и верить в себя. И тогда все будет нормально. Хочу пригласить в красный угол ринга. У него один бой, одна победа. Он не знает, что такое поражение, и идет только к своим победам. Итак, встречайте, Илья Акула Голиков! Друзья, для вас первый участник «Дети. Голос» Лапуля! И мы встречаем бойца из синего угла ринга, также непобежденный, как и его соперник, Махмудов Тигр Джамал! I get those goosebumps every time, yeah. I need a Heimlich for that to decide, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. And when you're not around, when you fall down to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 for the 2-1, yeah, I'm riding. Whitey on me, Whitey on me, I'm flying, safe and low-key. Участник проекта «Голос» Константин Солодков, ваши аплодисменты! Спасибо, ребята, вам удачи! Это шоу «Дети спорта». Поехали! С нами наш большой друг нашего фонда, самый титулованный боец, боец мира по боевому самбо уже точно, да. Вячеслав Василевский. Привет, Слав. Привет, Антоха. Приветствую всех, кто нас сейчас слышит. Бой уже переходил в партер. Илья проводил прием. И снова проход в ноги, выход на, хочет, видимо, выйти на контроль сбоку. Джамал сопротивляется, не дает, я поднимаю. Правила не позволяют долго находиться внизу. Хочу обратить внимание, что ребята представляют лигу GFC, это первая лига юниорская в России, которая подписывает ребят на долгосрочную перспективу, то есть они за ними следят, помогают им, стремятся, и именно поэтому мы увидели похожие... Слав, прокомментируй, пожалуйста. Сложная завязка получилась. Да, спасибо. Значит, вроде бы Илья потом закончил джамал, сейчас Илья снова вышел в маунт, это вот такая одна из самых опасных позиций в ММА, контроль, когда ты сидишь на груди. Так, тут судья опять же поднял. Так вот, да, продолжая, что GFC лига, которая похожа по своим пониманиям, да? Как, да, кстати, Илья постоянно бьет вертушку, очень так неплохо, уширу. И делает проход. Первый раунд мы видим, что... Ну, я думаю, что Илья забирает первый раунд.
по крайней мере, пока за счет своего прессинга, за счет постоянных проходов и такой более агрессивной манеры. Ну вот, первый раунд закончился как раз-таки. Я бы отдал Илье первый раунд. Угу. Ну, у нас, да, два раунда в этом бою. Лев, как обычно, у нас выходит, показывает, что у нас второй раунд. Даже Лев ринг-анонсер, точнее, выносит таблички в углу, в одном углу акула, в другом тигр, да? То есть такая хищная, практически прайд такой происходит у нас сейчас в ринге. Да, ребята слушают своих секундантов. И вот второй раунд. В челноке начинают оба, смотрят дистанцию. Джамал начинает ноги. Лоу-кик. Илья отвечает. Зрители, видно, поддерживают. О, хороший проход. Здесь традиционно Джамал в борьбе, да, показал, что все-таки да. Он что-то может, потому что в первом раунде он да. Не мог. В первом раунде он просто только обороняться. А да так. И. Хороший отрезок для Джамала первый, второй раунд начало. Ух ты, одновременно практически они. О, хороший удар ногой Илья делает. А снова проход. Снова успешно. Уже два прохода в активе Джамала в этом раунде. Попытка накинуть бразильский треугольник у Ильи. Но вряд ли, хотя сейчас хочет перейти на руку. Нет, не дает. Но зато занимает выгодную позицию. Выходит сверху в маунт. Опа, хорошо. Шлем слетел, да? Шлем, да. Ну, здесь, конечно, правила немножко не дают поработать с партой подольше. Ну, из-за и силы показать... возраста. Ну, да, понимаю. Да, и показать. Ну, я думаю, в силу возраста и в силу, наверное, что раунд короткий, всего 2 минуты, чтобы было больше зрелищности. Хочу обратить внимание, как болеют детишки, как они радуются тому, что участвуют, да? Потому что там происходит. Рядом с рингом совсем да, их подпустили, да. Они прям... И вот второй раунд закончился. Ждем судейское решение. Вячеслав, как ты думаешь, за кем победа была в этом бою? На самом деле равный бой. Причем первый раунд, наверное, забрал Илья. И второй раунд примерно в такой же манере забрал Джамал. Поэтому, ну, либо давать дополнительный раунд, наверное, что не подразумевается правилами. Либо, ну, на мой взгляд, ничья была бы логичной в этом поединке. Для них это был большой экзамен, большой стресс, потому что выходить при... аудитории это очень тяжело. Я хочу, чтобы вы поддержали этих ребят. Победила дружба! Эти ребята показывают своим примером, что нужно заниматься, нужно завоевывать, нужно уважать друг друга. Зачем ты тренируешься? Объясни. Стать чемпионом UFC. Сначала он должен стать чемпионом GFC, а потом уже UFC. Окей? Мы станем чемпионами? Да. Джамал, надо спрашивать или ты сам скажешь? Давайте спрашивать. Спрашивать? Скажи мне, для чего ты тренируешься? Для своего клуба и для самого себя. Скажи название клуба. СКБЕ «Акула». Еще раз. СКБЕ «Акула». Ну, я думаю, вы все сами видели. Это и по-настоящему был главный бой вечера. Ребята закатили настоящую рубку, за которой было не оторваться и хотелось смотреть. Я считаю, что это правильная ничья. Ребятам есть куда расти. И, как они правильно сказали, у них есть цели идти к ним и ни в коем случае не останавливаться. Именно такие мероприятия, они как раз-таки вызывают интерес и прививают любовь к спорту. А спорт, знаете, это не только укрепление тела, накачивание мускул, изучение там, ударов, техник. Это на самом деле нет. Спорт это нечто большее. Спорт это целая жизнь. Это наука быть дисциплинированным, наука побеждать, наука взаимодействовать в коллективе, наука уважать старших. Поэтому спорт это жизнь. Давайте будем им заниматься и радоваться жизни. И с наступающим Новым годом, кстати. Ярмарка будущих чемпионов. Каждый ребенок, который участвовал, сдал тесты, нормативы. На основе этих нормативов мы выделили, каким видом спорта он может заниматься. То есть его предрасположенность физическая и природная.
Тем самым мы направили каждого ребенка в ФОК города Москвы в его нужном направлении. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира по боксу, финалиста Олимпийских игр, Михаил Алоян, ваши аплодисменты. В первую очередь хотел бы поблагодарить родителей и вас, дети, что вы сегодня пришли и занимаетесь правильным делом. Мы все делаем одно большое дело. Заниматься спортом — это значит у нас здоровая нация, здоровая страна, правильно? Чем мы и должны заниматься. Поэтому родители, прошу обращать внимание на своих детей, пусть занимаются спортом, воспитывайте их в спортивном духе, в спортивном русле. Всем большое спасибо и никогда не сдавайтесь. Все знакомые, все друзья, которые рассказывают мне, что пришли дети домой после фестиваля, после мероприятия, еще долго активно себя вели, говорили, что они боксеры, что они легкоатлеты, что они теннисисты, что они хотят записаться в секцию. Это и есть самая большая награда для нас, так как мы делаем это для мотивации наших детей, чтобы они правильно шли направление, в правильном русле и всю свою энергию, которая у них существует, отдавали в спортивные залы. Друзья, будущее наших детей в наших руках. И запомните, спорт!